С 29 по 30 апреля в Доме культуры села Копчак проводится первый международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Молдова Федора Федоровича Франжева. Участники соревнований отметили высокий уровень проведения турнира. Впечатления самые хорошие. После пандемии одни из первых турниров. В принципе, приехали. Турнир формата очень нестандартного для Молдовы, командный. Не помню, что в Молдове вообще проводились турниры такого формата. Супруга и сын Федора Федоровича благодарны его воспитанникам, что память о нем живет. Я уверена, что он оставил огромный след после себя. И сегодня я вижу, что он не зря в свое время проводил больше с ними воспитанников. Всех я очень благодарю, кто пришли в этот день ответить, поддержать нас. И я понимаю, что отец вложил всего в себя неспроста. Это чувствуется. Я чувствую, что он и с нами в данный момент. И я всем вам благодарен. Все, кто так или иначе приложил свою руку и смог создать вот этот прекрасный турнир. Федор Франжев был первым тренером известного молдавского и гагаузского борца, призера чемпионата Европы, участника Олимпийских игр Петра Янулова. Очень жаль, да, конечно, что он рано ушел, потому что мы как-то привыкли все время полагаться на него. И сейчас, вот, когда его нет, мы понимаем, насколько все это тяжело, даже организация турнира с ребятками малыми, работать, не потерять их, не распустить все это, а развивать все дальше и дальше. Поэтому нам его не хватает. И вот всю ценность только сейчас мы осознаем, насколько это был ценный человек не только для нас, борцов, для села, потому что он работал со всей молодежью. Он являлся примером, и смотря на него, воодушевлялись и другие тренера по другим направлениям. Глава Гагаузии Ирина Влах приветствовала участников турнира и пожелала им оправдать ожидания, возложенные на них тренерами и болельщиками. Спорт отличается тем, что он развивает не только физическую силу, не только силу духа, но спорт всегда развивает очень хорошие качества. Это качество уважения к старшему, к тренеру, это уважение к своему оппоненту, это умение работать в команде, это желание добиваться всегда хорошего результата путем системного и упорного труда. Пример села Копчак Олег Горизан уверен, что ученики Федора Федоровича достойно и с гордостью будут продолжать его дело. Сегодня в нашем селе большой праздник. Сегодня мы проводим первый турнир в честь нашего земляка, который прославлял, я уверен, его имя и дальше будет через своих воспитанников прославлять наше село. Сегодня мы проводим турнир несколько в ином формате. По инициативе учеников Федора Федоровича общественности местный совет принял решение объявить данный турнир традиционным. Федор Франжев являлся мастером спорта по вольной борьбе, заслуженным тренером Республики Молдова. За период своей работы воспитал 6 чемпионов страны, а также огромное количество призеров различных соревнований. Он воспитывал не только чемпионов, но и достойных людей. Олег Дулогла, Леонид Тарфонос, ГРТ, Новости.